26 случаев заболевания гриппом зарегистрировано на прошлой неделе в столице. Из них пока только 6 подтверждены результатами лабораторных анализов. Об этом сообщила глава столичного управления здравоохранения Татьяна Бучарская. По ее словам, 4 детей и 2 взрослых госпитализированы. Ни один из них не делал прививки от сезонного гриппа. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное. По данным Национального агентства общественного здоровья, с начала зимы зарегистрировано более 140 случаев гриппа. Большинство в столице. В сравнении с показателями прошлого сезона эта цифра заметно снизилась. Тогда за этот же период было выявлено более 500 случаев и зарегистрировано 6 летальных исходов, связанных с осложнениями после гриппа.